Так, друзья, только приехали. Вот прям только-только. Дом прогрелся уже до 8 градусов. На улице минус 1 градус. Коротенькая зарисовочка. Хотел бы вам рассказать, можно ли ставить, помещать вообще холодильник в дом, который не отапливается постоянно, который время от времени будет находиться на морозе. Вот холодильник наш постоянный. Только что его включили в сеть. Только что вот разгрузили туда часть продуктов. В морозилке, наверное, пока еще. А, ну да, вот только-только загрузили. Видите, чистенький холодильник абсолютно. Естественно, мы его выключаем, когда уезжаем. Поэтому сейчас он супер чистый, только-только загруженный. Что я хочу сказать? Холодильник вот этот за зиму вот таким образом остывает. Остается в доме, который не отапливается. Ну, где-то, наверное, раз, ну, 10 точно. Никаких вопросов. То есть, когда мы уезжаем, попросту выключаем его из розетки, соответственно, открываем его, если нужно, протираем, где нужно, и, соответственно, вот так он, вот в таком положении он нас дожидается. Вот примерно вот так. Ничего с ним не происходит. У нас есть и второй холодильник. Сейчас я вам его покажу. Давайте это закроем. Вот здесь он находится у нас за дверью. Этот холодильник тоже рабочий, но он у нас как бар и как хранилище для каких-то банок, склянок, консервов, которые мы не хотим, чтобы они замерзали. Вот вы видите, здесь соусы, здесь даже шампуни, здесь какой-то алкоголь. В общем, что я хочу сказать. Когда в доме наступает серьезный минус, например, минус 10, минус 15, этот холодильник держит плюсовую температуру. И все, что внутри, не замерзает. Ну и, соответственно, не портится, не разрывается и так далее. Поэтому холодильник в неотапливаемом доме можно еще и как условный плюсовой термос использовать. Вот так, друзья мои, работают у нас холодильники. Ну, в принципе, это все. Вот такая коротенькая зарисовочка. Ничего страшного. То есть, если у вас были мысли, вести на дачу холодильник или нет, испортится он или нет, а у нас там дорогой холодильник, что с ним будет? Ничего с ним не будет. Спокойненько ставите, когда нужно, выключаете, уезжаете, приезжаете, когда нужно, включаете. И все будет хорошо. Все, друзья мои, коротенькая зарисовочка окончилась. Не замерзайте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока!